В модельном бизнесе я уже 2 года. Here and everywhere looks lively, the vibe is nice, everything is good. Почти все, что угодно, по любому желанию. I came to Russia recently and Russia is also nice. Уже купили шмотки себе, вот у нас стоит платье. До Северного Ледовитого океана. Я пришел в квартал труда города Якутска, чтобы снять специальный сюжет про сегодняшнее мероприятие, которое называется КТ Vibes. Я буду брать интервью интересных персонажей, также у гостей. Йо, ребята, всем привет. Квартал труда, 19 число, октябрь. Эрхан, привет. Здравствуйте. Как вчерашний тебя сольник прошел? Ой, на чудесно. Да, вчера в Айконе у него сольник. Но... MC Кролик, бро. Йо. Грррр. Треки новые у тебя были? А все, уже вышли у него? Не, не вышли еще. А, еще не вышли? Один трек вышел. А на площадке когда? На площадке, ну, через 2 недели где-то. Понял. Пойдем, он у меня интервью брал, я делал хоть. Не в тему галим носи. Меня зовут Арина. Меня зовут Амелия. Арина, Гана. Мы представляем команду Густа, это магазин одежды. В модельном бизнесе я уже 2 года. Я 1,5 года в модельном бизнесе. Мы представляем модельное агентство Dye Models. Я тут выступаю организатором и диджеем одновременно. И еще мы решили с моим другом Сулусом выступить в гаражной распродаже. Вот. Продаем шмотки наши, классные дизайнерские шмотки. Меня зовут Саз, я занимаюсь кастомом и разукрашиваю вещи и одежду. Краска на ткани и наносится через трафарет, и, ну либо фрихендом, можно от руки нарисовать. Вообще, почти все, что угодно, по любому желанию. Да, смотрите, какой шикарный за моей спиной вид. Вы подумали, что я нахожусь в Лос-Анджелесе? Нет, я в городе Якутске, you know. И то, что мои волосы вот так вот развиваются на ветру, тут стоит вентилятор. Это профессиональная студия квартала труда. Let's go! Hi, my name is Daniel. I'm a student of SUFU. I study mechanical engineering and I'm here at the fest event as a host. I'm going to sing here and everywhere looks lively, the vibe is nice, everything is good. It's nice. Okay, do you like rap music? Huh? Rap music? No. No? A little. A little. Yeah, but I prefer R&B. Всем привет! Меня зовут Алена, представляю творческую студию Art by Mars. Сегодня мы на КТ-фесте проводим мастер-классы по живописи на магнитах, значках, на деревянных плашках, шоперах и других холстах. Но на это мероприятие я пришел специально на паблик толк про мероприятие. Мне очень интересно послушать, что скажут спикеры, которые приглашены, увидеть, что говорят другие люди, коллеги по цеху, конкуренты, может быть, даже. В общем, это самое главное, ради чего я здесь нахожусь. Привет, я Женя, я диджей и провожу различного рода мероприятия. Я Диадема и ее хорошая подружка. Мы посетили уже, ну, все площадки, кроме второго этажа, уже купили шмотки себе, вот у нас стоит платье. Да, я вообще пришла по большему счету послушать спикеров о том, как будет развиваться вообще мероприятие по Якутии и так далее. То есть вот конкретная цель была. Я послушал, кстати, лекцию на тему организации мероприятий в городе Якутске. Были ведущие организаторы. Они рассказали, поделились своими кейсами. Мне очень понравилось выступление директора Дома музыкантов. Он рассказал за весь рокерский движ. Например, один из системообразующих сегодня является Дом музыкантов. И мне очень приятно об этом говорить, потому что мы растим новое поколение музыкантов. Вот когда я с 12 лет играю на гитаре, да, и в Якутск приехал, когда было 17, я помню, что у нас одни и те же группы были. То есть это одни и те же люди, они просто меняются местами. Гитарист становится барабанщиком. Меняется название, меняется стиль, они поиграли полгода и опять. Фестиваль Холбон, были на фестивале Холбон? Да, очень классный такой молодежный фестиваль сейчас. Аял из Юрдель-парка развивает его, очень классные ребята. Также понравилось выступление Эрхана Попова, который певец
Вот он, оказывается, организовал свой собственный лейбл и продвигает своих артистов, также проводит мероприятия. Я хочу быть артистом. Ну, я артист, я хочу быть именно большим артистом, не побоюсь этого слова. И сейчас именно вокруг себя, вокруг нашей команды собралось очень много творческих и талантливых ребят. Мы открыли свой лейбл, нам чуть меньше года, называется «Мюэлях». И буквально на днях мы подписали контракт о дистрибуции с международным лейблом, это «Believe Music». Очень интересно, на самом деле, находиться здесь и быть участником. Меня пригласили сегодня в качестве спикера. Мы должны сегодня с моей женой рассказать о нашем проекте «Умно Ловат Лайф». Если есть те, кто ходили на наши концерты, то поставьте лайк под этим видео. Я сюда пришла с целью на просто посмотреть. Очень интересно было посмотреть на мастер-классы, на распродажу саму. Здесь очень приятно находиться. Сейчас я пойду на первый этаж, буду кушать очень вкусную еду. Перекусить и сыграть какую-то интересную игру. И пришла идея купить корабль и поплыть до Северного Ледовитого океана. Ну и мы в итоге набрали сумму на донатах, организовали концерты где-то в 17 городах и собрали сумму. Все, купили корабль. Ждем весны. Здравствуйте. Ну, мы особо ходим только по гаражной, там все очень красиво, все такое блестящее. Мне тоже больше всего понравилось гаражный отдел, там много всего интересного тоже. Нашла такое классное платье из Зары в магазине, он все стоит всего 1500. Жалко, что к ним я не нашла ботильоны, я тут рыскала и не нашла теплые. По этому ракурсу можно подумать, что меня кто-то снимает. Но ничего подобного. Я пришел сюда один. Я нашел просто удобную подставку и вещаю вам прямо с нее. My name is Mikhail. I'm from Nigeria. Nigeria is a good place to be. I came to Russia recently and Russia is also nice. And this is a nice place to be. Спасибо. Do you know Yakutian rap artists? No, I don't. Do you like hip-hop? Yeah, I like it. Меня зовут Свешникова Елизавета. Я учусь на заочной основе дизайнером интерьера. А пока я занимаюсь украшениями. Обычно я работаю над ожерельями или над сережками. Повязка на голову из конского волоса. Здравствуйте, меня зовут Иван Колескин. Сам я занимаюсь печатью 3D-принтеров. Также можем вам предоставить такие вот изделия. Это получается вот мы вместе, я и Кыма. Это получается древо семьи. Готовые фигурки тоже продаем. Это под тематику у нас идет. Хэллоуин. Всем привет, меня зовут Даяна. У меня мастерская Мечик, мы там делаем свечи. Также делаем гипсовые изделия. Мы проводим там мастер-классы, также продаем наши свечки и любую арому и аромапродукцию. Спреи, сэше. Мы делаем, налево идем, раз, два, три, подставка, пять, шесть, семь, подставка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сейчас сложного ракета. Сейчас состоится концерт Джиды с симфоническим оркестром. Такого вы еще не слышали и вряд ли где услышите, потому что это будет только в стенах квартала труда. Yeah.
сирене.